На коленке нарисовал, на ручке нарисовал. Давай, может быть, будем вот здесь рисовать все-таки. Да, тут рисуем. Нет, на коленке хочешь? Где будешь рисовать? На маме будешь рисовать. Так, 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 на камере вот здесь нельзя рисовать. Нельзя. Нужно рисовать вот здесь. Нет, на бумаге не хочешь? Но вообще лучше рисовать где угодно, чем не рисовать вообще. Почему-то на бумаге не так приятно. Звезды себе нарисовала. Сделай ручками. Так, 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 так. Вот так, 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 так. Молодец. Может быть, все-таки поспишь, а? Мы уже неделю с тобой нормально не спим. Не дотягивается, да? Вот мы пришли в магазин и нашли, конечно, какую-то машинку, и не хотим с нее слезать вообще. Космос, подвезешь меня? Эй, Космо, give me a ride. Знаете, почему я очень мало снимаю то, как я провожу время с ребенком? Потому что просто очень сложно. Да нанимать оператора, который будет ходить со мной по магазинам, это как-то странно. Какая. О, на такую прибежали. Малыш, куда уполз? Я сначала подумала, что он под карусель залез. Подтягивается. Вот сливач. Руль какой огромный, да? Ты мой сладкий такой парень вообще. Это так у нас называется качелька. Вон та, на которой мы катались. Вот, смотрит мультики, спать отказывается. Творожок не доел, придется сделать себе сырники, съесть и быть сегодня не веганом. Творожок детский превратился в тесто для сырников. Кстати, без сахара, вместо сахара просто потертый банан. На форму не смотрите, это я для себя жарю. В общем, здесь детский творожок, одно яичко, мука и потертый банан. Космосик, спать так и не собираешься? Привет, привет. Давай, свячный, что ли? Да. Тебе огурец выдать? Да, давай. Я еще думал пятюню, да. Уже в тебя огурец. Ладно, давай. Блин, у тебя сам маленький, ну ладно. Не, мне маленький. Чего у тебя зуб? Я, короче, сломал зуб. Сейчас мы поднимемся на крышу, на которой будет проходить фотосессия для одного информационного портала, очень известного. Сейчас посмотрим, как там. Как Москва выглядит. Привет! Привет. Ждете? Полезно. Классно. Надо музыку, чтобы я тут кружил. Круто, я думаю, сейчас будет заказ. Вообще будет огонь, будут супер фотки. Ребенка моего, я его тоже сюда затащу, и мы будем с ним вместе здесь фотографироваться. После беременности стало, конечно, больше высоты бояться, но я думаю, что со временем это пройдет. Космос натерпелся, пока он еще был в животике и совсем маленький. Он был и на высоте, и где только не был, и сейчас поэтому он очень аккуратный. Очень аккуратничает. Есть дети, кто начинает 8 месяцев ходить, например, они вообще еще ничего не понимают, везде бегают, врезаются, а Космос очень, конечно, осторожничает. Давай я сейчас встану, а мы посмотрим, как это смотрится. Ой, мама уже приехала. Здесь мало. Ну, можно в теории, если кто-то уже будет держать. Просто посмотри, как это будет выглядеть. Когда вот так под углом. Вариант только здесь, значит, надо расположиться так, чтобы я была за вот этой штукой не очень. Могу, знаешь, да.
как прикольно получается, Андрей. Да, сверху прикольно. Все равно красиво, но вот сверху лучше, да. Ну, будет закат, можно и так. А, и тебе надо размяться, и уже начинаем, да? Мэри, что вообще происходит? Будет меня Маша сейчас снимать? Ну, выглядит экстремально все. Ладошки потеют. Ладошки потеют? У меня ножки подкашиваются. Все, идем. Вон можно на фоне Москва-Сити. Как думаешь? Типа ты стоишь на подоконнике на голове? Да, так же. Да, давай. Так, что я буду делать? Надо подумать, что мы будем делать. Ну, по-любому будем такую классику снимать. Типа вот можно вот так будет сделать. Он будет меня трогать. Ну, нет, прикольно, если со вспышкой будет, то вообще будет отлично. Ну вот, приехал Космос, уже совсем большой, взрослый, сам добрался. И вот на самом деле Космоса привезла мама. Сейчас мы с ним вместе будем фотографироваться. Нет, не надо. Чего, спрятался? Нет, встань прямо. Прячься. Космос. Я тут могу на мостик же встать. Здесь? Нет, давай наверху. А я хочу, чтобы Космос был подо мной, например. Мэри? Да, прям под спину. Да ладно. Блин, тяжко. Ты правильно отражаешь, там никто. Ай, Космос. Нет. Ребята, на диване тебя точно не отражают? Да. Например, да. Там отражается чуть-чуть. Ну, это можно убрать. Просто его надо поставить, он будет сам стоять, меня трогать. Я буду головой стоять. Ну, чуть-чуть вот туда, вот чтобы подальше. Чтобы это просто чуть-чуть как мясо сюда делала. Сладенький, сладенький. Вспомнил ручки знакомые. Да, вспомнил знакомые ручки. Блин, что она не держит. Когда ставить Космос? Уже можно. Паша, пододвинь Космоса к Мэри. Да. Эй, Космос, где мама? Космос, где мама? Все, пока спускайся. Да, он там видит просто Лену и Машу. Вот так, с этим ты сидишь. Давай вот так сяду, Космос. Что ты там сделаешь? А? Давайте с Космосом так. Давай, попробуем. Он вообще просто скала. Самый юный руфер в истории человечества. Готов, Космос? Ты смотришь туда? Я его на руках подержу, поснимаемся с ним, получается. Экстремальная съемка на краю крыши. Это не съемка, а кормяшка-ребенка. Мне кажется, чтобы человек вырос таким же смелым, как Олег Крикет, его нужно вот так вот кормить на краю крыши, и тогда он просто с молоком матери впитает бесстрашие. Может и нет. Это еще не точно. У меня такой вид, вот спасибо. Может, не зачем. Не напрягаться. Дайте я разомнусь и так сделаем, это будет прикольно. Можешь, типа, кто-нибудь Космос подержать? Давай, я буду.
Ну я не знаю, с вашим пессимизмом я бы лучше Паше или Маше доверила. Ну да, вообще-то надо это другой рукой вот так тянуть. Типа ребенок в этой руке, а эту ногу вот этой рукой вот так. Нук, я так тебя похвалила, что ты не капризничаешь. Первая часть закончена. Теперь будем ждать заката и еще поснимаем. Вообще он просто захотел пюрешку, поэтому пришлось сделать перерыв. Чай с огурцом. Блин, я тельчик не взяла. У меня же там позы были, как я задумала.